Итак, всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Blade Games, продолжаем. Где бы денег набрать на все это, а? Вот сколько мифрилов-то, а? Так, стоп, нет, сначала в голом надо сбегать, пушку забрать, чтобы продать ее. Ой-ой-ой. Так, а где ж проклятый посох-то? Тут же, да? Не-не-не, подожди. Но это все не то, подожди. Вот что мне надо-то. Чего ты наделал, блядь? Так. Сейчас заново забегу. Торгаш нужен. Thank you.
Ах ты, падла, так не торгуешься, да? Старьё всё, продам нахер. Это пока я попридержу. Вот это мне не надо. Нехило. Блин, зачем? Ой, зачем, блин? Надеюсь, он сделает нормальные вещи. Но я буду крафтить вне записи сейчас, чтобы максимальные получить. Отлично. Все, ребятки, ухожу на паузу и пойду крафтить. Так, продолжаем, короче. Короче. Так. 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 И вот так, и вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так вот еще, можно и так. Все супер. Спасибо большое моему подписчику, мне помог с крафтом, короче, чтобы я там не запаривался. Вот, а мы продолжаем. Босс у нас на очереди, босс! Ну, с такими пухами я должен тащить сейчас, прям по-любому. Неплохо бомбанул. Демона надо привлекать. Ой, рискую. Ах ты ж падаль, блядь. Что-то задумал, мразь. Эгресс. Нет, 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 нет. Такого бреда мне не надо.
под бустами сносить 70, блядь. Семьдесят, сука! Это очень дохера, блядь. Я бы даже сказал, очень много. Ну, конечно, естественно. Ой, блядь! Про вас я что-то вообще забыл. Нихера себе! Вот это они прибавили. В атаке хорош. Нехило они прибавили, я тебе скажу. Что, минус Честер? Охуеть! Ну как же ты заебёшь, а? Пидорасина, блядь!
Ты еще, сука, прям на полкарты вылез, ебаная башка. Ну так уже лучше, конечно. Блин, часто раз жалко. Три брони. Какая же гнида. Маг важней. Эти головы, они так бесят, блядь. Они, сука, бесполезные, но бесят. Да-да-да-да-да-да, тварь. Странно, я думал, взорвется. Естественно, а ты как хотел. Я все уничтожу, блядь, бесит.
Интересно, они бесконечные или конечные? Не знаю почему, но они меня, сука, прям бесят. Опыт пригодится. Хилки потом можно закупить, ничего страшного. Яха должен танчить. На-на-най, на-на-на-на-на. Сучата. Thank you.
Нападайте, суки! Какая же мразь. Но он вышел в самую кучу. Я хат-танчил, это самое главное. Чувачок, а ты походу умираешь сегодня. Яха танчик, яха хорош. Чувачок, ты сегодня умираешь. Он мешается тут. Чувак, ты умираешь, ты никчемен, блядь. А чё, прикольнуться, да? Ну похуй. О, никчемная собака, блядь. Да. Барон и тот покруче был, блядь. Да, братан! Ты не просто никчемный, блядь. Ты просто днище. Да. Ты просто днище. Я-то думал, босс, ой-ой-ой-ой-ой, да.
Не, ну топовые пухи, конечно, вещь. Да он сам в толпу вышел, он дебил. Да. Никчемный, никчемный. Рядовые враги и то сильнее были, да. Так, ну тут сейчас трындёж, пиздёж, это понятно. Да, расстроил у меня босс, конечно, чё-то. Я, наверное, просто привык к модам уже, где там надо потеть. Ну, Яха, конечно, оттанковал до хера урона. До херище просто. Белка, мужик. Все, только Честер сдох в самом начале. Дно, блять. Такой днарь, блядь. Кольцо не забыть починить надо. Mm-hmm.
Так, надо докупить доставшийся. Купи последнюю хилку. И пойдем бить этих упырей, блядь. Лимон такой мяу сваливает. А я подожду, да. Нападайте! Удачи вам, ребята! Иди отсюда! А чё так много? Да, он не бустанулся, мудак, блядь. А я его, блядь, поставил туда. А, нахер рисковать еще. Thank you.
Ребятки стали никчемные! Никчемные ребятки стали! Просто ты бесишь. Ой, как хорошо стало с новым оружием, да? Что, конечно, у них было там самое никчемное еще из Покалона оружие. Конечно, было трудно. Никто потом не сможет ударить его, не надо. Ой, не то. Извини, Честер, блин, собак сейчас его и будет бить. Блин, там со многих не сошел буст, сука. А вот теперь будет сходить. Вот это обидно, кстати. Да что ж ты не идешь-то? Вот он запарил вот этот дракон, он мозги там ебет, блядь. Не идет. Уйди, не надо тебе. Блядь, ты будешь, сука, подлетать или нет, блядь? Заебал!
Вы сейчас, суки, сдохнете здесь. А ответку не дашь, мразь. Ждать тебя полчаса, блядь. Третьего хватит. Давай, выходите, сучата. Давай, давай, пойдем, 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 пойдем. Ну, нападаем. Молодец. Нет, слишком опасно. Упс. Ха-ха, днарьё, блядь. Пухи решают, конечно. Иди уже отсюда, блядь. Чё припёрся-то, алё? Здрасте. Здрасте, говорю. До свидания. Чё вылазил, блядь? Хуй пойми.
А буст еще висит, так что свидание. Ах ты падаль, блядь. Нихуя зарядил. Охуеть. Чувак, ты угораешь? На нахуй. Чё, до свидания? Нет, смотри-ка. Бля, как Скрич просто отъехал. Моментально, блядь. Я просто знал, что так будет. На, кентавры тащут, тащут, ребята, молодцы. Ребята просто втроем берут и тащут. Пока, мудак. Живой, смотри-ка. Нихуя себе. Вот это атака, блядь. Они три четверти здоровья сносят, сука, моментально, блядь. Да, мощные ребята. По броне с 3-4 тычек уйдет, но бляха. Чё-то до хера атаки. Так, у тебя уровень слишком большой, не надо. О! Пойду заберу меч. И на этом закончим. Thank you.
Так, есть. Надо воскреситься еще. Есть у меня одна идейка, кстати. Сейчас попробую провернуть. Сейчас попробую провернуть. Кое-что посмотрю. Ну да, она самая слабая по атаке. Кольцо еще. Так, тут нету этой херни. Сейчас, погоди. Мужик! Да вот что хочу. А то у нее ну совсем мало атаки. А какого хера? В смысле? А ты что, не можешь ее? А, места нет. Я уж напугался. Фига тут всякого дерьма. Вот теперь она будет стрелять наравне. А то ну чё это такое? Смотри, теперь 82, а теперь этот, сука, никчемный стал. Дайте второй проклятый снаряд. Было бы круто, кстати. А сколько у тебя атаки? Ни хера у него атаки, слышь? А давай вот так вот. Чтобы ушники были наравне. О! 82, 84 и...
и 82. Ну, нормально, одинаковые. Одинаковые теперь, хорош. Опять я, сука, как... Погоди. А если... Бля, ну никчемный будет по подвижности, сука. Ладно, если на крайняк там надо будет ударить, я воспользуюсь. А так, в принципе, не надо. Лучница-то ладно. Сколько, кстати, денег осталось? Ой, 45 000, да хера. На хилки точно хватит. Да, мудак, здорово. В следующей серии с тобой поговорим. Если затащим, блядь. Если затащим. Не знаю, затащим ли мы, нет. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Биться уже с боссом, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Смотрите влоги, и всем до встречи в следующей серии, где будет реально сложно. И всем пока. Лучники теперь наравне. Все, всем пока.